Увидеть богослужение собственными глазами, не выходя из дома. Даже у тех, кто не смог посетить литургию, была возможность помолиться вместе с прихожанами, которые собрались в Киево-Печерской лавре. Телеканал «Интер» организовал прямую телетрансляцию богослужения. За кулисы праздничного эфира видела Алла Щелочева. Огромные наушники и мирская одежда. Сразу и не поймешь, что комментаторы – священнослужители. То, что рождественское утро проведут не в храме, а в телестудии, протоиерей Георгий и диакон Николай воспринимают как особую миссию. В церкви у каждого свое служение. И у того, кто сейчас будет совершать литургию, и у того, кто будет эту литургию комментировать в эфире телеканала «Интер». Литургия має багато змістових шарів, які треба розтлумачувати людям. Це величезна культура. Это величезная философия в каждом слове. Чтобы от волнения ничего не упустить, они перелистывают Евангелие и тексты молитв. И, произнеся «С Богом», выходят в прямой эфир. Возглавит эту литургию наместник Киево-Печерской лавры. Священнослужители комментируют все, что происходит в Киево-Печерской лавре. Молитвы со старославянского переводят на украинский и русский. Объясняют церковные ритуалы. И так все полтора часа праздничной литургии. После трансляции священники не скрывают, устали. У диакона Николая и вовсе ощущение, будто посадил самолет. В таком антураже с наушниками я ощущал себя настоящим вторым пилотом большого-большого самолета. Надеюсь, что нам удалось хотя бы немножко раскрыть эту красоту богослужения, потому что цель нашего комментария – это не просто показать богослужение, а привести людей к богослужению, привести людей в храмы. А для тех, кто не смог сегодня попасть в церковь, телеканал «Интер» и организовал трансляцию праздничного богослужения. Телеканал «Интер» всегда вместе со своими зрителями в самых важных событиях. И сегодняшняя наша трансляция, прямой эфир из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры – это наш вклад в празднование светлого Рождества Христова. После эфира священнослужители вернулись в свои приходы праздновать Рождество. Комментаторами они снова станут во время трансляции пасхальной литургии. Алла Щелочева, Сергей Ведмедь. Подробности. Телеканал «Интер».